Вот и все, мистер. Это твой новый дом. И это совершенно не страшно. Верно, мадам Таппи тоже. Добро пожаловать домой, мистер. Ух ты! Ошибки с хэштегами возвращаются домой. Ой! Вы сделали это все для меня? Я знаю, не так ли? Вам здесь понравится. Пойдемте, мы покажем вашу новую комнату. Я представляю вам вашу новую кровать. О, она прям посередине. А, это так здорово иметь собственное пространство. Все в порядке. Заранее приношу извинения за храп и за левитацию. Я уверена, что скоро привыкну к этому. Особенно после того, как все мои вещи будут распакованы. Позвольте нам помочь. Это все, что у вас есть? Ну что же, я знаю. Я могу изготовить для несколько потрясающих кусков для спальни, чтобы чувствовать себя как дома. О нет, в этом нет необходимости. Мне понадобятся блестки, кисточки, подстаканники. И подсветка для настроения. Вау, все так любезны. Теперь вы одни из населения. И вы никогда, 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 никогда не будете одиноки. Это потрясающе. Мама. Берегитесь. Проходите. Проходите. Давайте же. Наконец-то наступила тишина. У нас что-то. Тайная вечеринка с ночевкой. Я обожаю тайные вечеринки. Я приготовлю попкорн. Я съем это сама. Я не могу этого сделать. Извините. Но я никогда раньше не жила с другими пони. И мне нужно побыть одной. Мисти. Это просто невыносимо. Здесь столько энергии, веселья и шума. О, я тебя прекрасно слышу, малыш. Я тоже люблю тишину и покой. Спасибо, папа. Я так долго жила одна, и мне кажется, что он не вписывается в мою жизнь. Эй, это нормально, отличаться от своих друзей. Возможно, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этому. Я обещаю, что ты найдешь свое место. Да, за исключением того, что я почти уверена, что теперь они меня ненавидят. А, пони. Сынок, Саня, это Изи? А как насчет Зипа? Пип, о нет. Мне так жаль. Я знала, что так и будет. Конечно же, они оставили себя вместе. Конечно. Это моя вина. Это моя кровать. Хо-хо-хо, здесь так уютно. И так уединенно. Подождите, что это такое? Скажите сыр. А затем налево. А за еще на еще налево, еще. Мистер, все получше. Что именно? Что именно? У меня что-то на лице? Привет, мисс. Это тяжело, когда вы в подавленном состоянии. Я в подавленном состоянии, чтобы вписаться в коллектив. До свидания. Найдется ли место еще для одного? Конечно. Как насчет еще четырех?